Приветствую вас! Сегодня еженедельный расклад на наступившую неделю. Что ожидает на этой неделе у вас в сфере любви, здоровья, финансов? Любовь первая. Что ожидает у вас в любовной сфере, в сфере отношений на наступившей неделе, на этой неделе? Туз жезлов. Страсти будут кипеть неимоверные. Видите, колода котиков. Тут котик точит коготочки. Собрался куда-то вливать свои эмоции и страсти. Возможно, вы будете в кого-то вливать эмоции и страсти. Возможно, кто-то вам принесет свои страстные эмоции. По тузу мечей второй туз выходит. Это будет... желание победить в какой-то ситуации, связывающих вас либо с каким-то человеком, либо непосредственно, то есть будете предпринимать какие-то активные действия для того, чтобы выиграть эту ситуацию, оказаться в лучшем свете. Верховная жрица выпадает, меня смотрят, возможно, девочки, либо вообще люди, которые любят безусловно, любят без всяких претензий, готовы, по крайней мере, любить. Так, что еще в любовной сфере ожидает? По десятке чаш для тех, кто находится в семейных отношениях, уют, наполнение через отношения в семье. Возможно, кто-то тут займется восстановлением отношений через страсти, мордасти со знаком плюс в своей семье, проявляя вот по верховной жрице безусловную любовь и принятие. И у вас, я вам хочу сказать, по карте звезда, все получится. А все ваши намерения исполнятся. Главное знать, чего вы хотите. Давайте еще одну карту достанем и посмотрим. О, 8 жезлов. Опять движение, опять страсти, мордасти. Если вы ждете чьего-то проявления, обязательно к вам проявятся, причем проявятся активно, с эмоциями, с восхищением и со всем сопутствующим. Еще одна карта, карта влюбленная. Друзья, сегодня вы на высоте. Простите за сегодня, на этой неделе вы на высоте, вы на положительных вибрациях, на высоких, а все о любви со знаком плюс, все о взаимности. Смотрят меня девчонки королевы жезлов, которые желают заявить о себе, желают показать свою страсть. А что в этом плохого? Это все правильно, так и должно быть. Давайте смотреть финансы. Что ожидает вас в сфере финансов на неделе? Что ожидает вас на неделе в сфере финансов? Возможно, работы, да? Карты рекомендуют занять позицию интроверта, да, в неких вопросах, изучить глубже вопрос по карте отшельник и отстраниться от чего-то. Возможно, от чьих-то манипуляций. Возможно, воздержаться от манипуляций в финансовой сфере своих, собственных. Да, желание властвовать, опять туз мечей, да, видите, как резонирует, желание властвовать и победить здесь его скорее неуместно, нужно думать и анализировать. Король чаш выходит, возможно, ваш финансовый вопрос зависит от отношений к вам какого-то человека, какого-то мужчины, и вы будете добиваться его покровительства, его внимания, и тут же король пентаклей, и этот человек, если вы будете делать все правильно, здесь разговор, не путать с заискиванием, да, не надо лебезить. Этот человек готов вам будет оказать либо финансовую помощь, либо какую-то поддержку, либо пойти ответить согласием, пойти с вами в ногу, ответить согласием на ваши какие-то предложения. А вы боитесь и не верите в себя. Напрасно. Действуйте. Работайте, прорабатывайте в себе уверенность, и по восьмерке пентаклей у вас будет замечательный результат. Как говорится, без труда не вынешь и рыбку из пруда. Поэтому проанализируйте, не пытайтесь манипулировать, либо не поддавайтесь на чужие манипуляции, и заявляйте о том, чего вы хотите, в такой дипломатичной форме.
Здоровье. Давайте смотреть, что ожидает в сфере здоровья на неделе. По шестерке чаш тут либо вы будете воодушевлены какими-то воспоминаниями прошлого, да, это будет поднимать вашу энергетику, это вас будет наполнять аж. А почему бы нет? Ничего там плохого не вижу. То, что у вас хорошо получалось, давало вам силы в прошлом, на этой неделе обязательно будет работать так же. Опять будет работать для вас со знаком плюс. Тут очень сильно ваше состояние и эмоциональное, и физическое будет зависеть от наполнения чувствами, эмоциями. Ну, первый-то расклад как раз об этом, да. По карте смерть, смотрите, идет какая-то трансформация, дорогие мои. Обязательно надо пересматривать отношение к себе. И здесь речь о том, что вот такое наплевательское отношение к себе, как раньше, оно уже не работает. Оно будет ухудшать ваше состояние. И если вы по карте смерти не пересмотрите какие-либо свои привычки, да, в питании, в активности физической, в ментальном плане, да, думать о себе, ой, у меня опять голова там заболит. Не надо этого думать, нужно перестраиваться, иначе по карте смерть может грозить ухудшение. То есть, если вы будете зависать на низких вибрациях, состояние вашего здоровья может ухудшиться. Держите баланс, вам говорят, да? Пытайтесь отслеживать свои негативные мысли, тут же их гасить. Ага, девчонки вышли по королеве мечей, которые хотят чего-то добиться, где-то победить через свою холодность, а может быть, это и не нужно, ведь перед этим была карта «Два пентакли. Поиск баланса», поэтому не надо пытаться быть агрессивным или агрессивной, не надо отстраняться от, знаете, так и хочется сказать, существующей реальности, где мы делаем квантовый скачок во Вселенной. Опять туз мечей, третий расклад и туз мечей. Если у кого-то запланирована операция, она, допустим, ну, на этой неделе, да, она пройдет успешно, если вы будете соответствующе настроены на победу. По пятерке мечей вам карты говорят, не надо ориентироваться, знаете, нытье и низкие вибрации, плохие эмоции, негативные. Они очень заразны. И вам вот эта карта говорит, видите, здесь люди уходят, а один с мечом стоит, смотрит. Не надо ориентироваться на мнение других людей, что если у кого-то что-то болит, то обязательно должно заболеть у вас. Не надо быть таким глубоким эмпатом, вникать в чужие проблемы, ведь иногда люди жалуются на здоровье лишь ради того, чтобы получить заряд энергии от других, похавать чужую энергию. Может настигнуть какое-то разочарование в чем-то, в каком-то вопросе, и решение будет иметь место быть, но вы можете его не увидеть. Поэтому не торопитесь принимать скоропалительные решения, которые не будут для вас утешительными, понимаете? Всегда любой вопрос можно решить иначе, потому что у решения любого вопроса есть потенциал. Вот. И по шестерке пентаклей, смотрите, разговор о том, что если вы обратитесь к кому-то за помощью, эта помощь вам будет оказана, независимо от того, стоматолог это, независимо от того, друг это или знакомый, от которого вы ожидаете поддержки, да, помощь вам будет оказана, либо моральная, либо непосредственно физическая, может быть, у вас болит спина, и вам нужно кого-то просить о помощи, сделать какие-то дела по дому, не стесняйтесь, обращайтесь, вот это как раз вот об этом, не надо раньше времени грустить, что вам откажут. Что еще? А вообще вы фартовые. Вообще вы фартовые, по колесу вы фартовые. У кого-то идет рекомендация, отправляйтесь в поездку, там вы найдете ресурс, там у вас все получится. Ведь лето, друзья, и все, в общем, в целом, все будет по карте Солнца хорошо.